Определены самые прослушиваемые песни года. Первую позицию рейтинга заняла композиция The Race 17-летнего рэпера Take-A. Издание The Fader обнародовало рейтинг 101 наиболее прослушиваемой композиции этого года. На первом месте оказалась композиция The Race 17-летнего рэпера Take-A, которого могут в скором времени приговорить к смертной казни, в том числе, за два тяжелых убийства. Рейтинг был составлен на основе показателей стриминговых сервисов Apple Music и Spotify, а кроме того, принималась во внимание музыкальная и социальная значимость композиций. Клип, занявший первое место в рейтинге, исполнитель снял, находясь в бегах из-за содеянного. Второе место в списке занимает песня «Funeral» американки Фиб Бриджерс, а на третьем оказалась «Зоу Турли» и в Лилу Зиверта. Также фигурируют в рейтинге композиции Фрэнка Оушена, Селены Гомес, Ланы Дель Рей, Лил Пип, Дрейка, Кендрика Ламара и Даниэлла Бригали. Ранее корреспондент Нет сообщал, что были названы лучшие композиции года по версии журнала Rolling Stone. По материалам сайта Newsgra.com.